Но мы выжили, да? Да, теперь ты только одна. Чё, серьезно? Давай, да. Ой! Хорош, отойди. Всем доброго, здоровья, всем привет. Все, кто сейчас кушает, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Два паука танцуют. Встретились в игрушке под названием Spider-Hack. Юлия, если что, красная, и я... Фиолетовый. Фиолетовый. Наконец-то мы зашли, ого. Так, секунду. Игрушка обновилась, и будем выживать в волнах. Так что посмотрим, что нового здесь накидало. Накидали, точнее, разрабатчики. Да господи, что с моим языком? Тихо, тихо, у нас Friendly Fire. В общем, в игре дофигища обновлений вышло. Здесь появились шапки, фигапки. Кто не знает, это замечательная игрушка, где вы паучками сражаетесь. Ой, Миша, ну! Все, ты жива, что ты? Твой меч что-то облез. В данном режиме, если вдруг не знаете, нужно выживать в волнах противников. А где, кстати? Вон там еще один, да? Так, я иду за ним. Все, я его убил. Ну и ладно. Экэтс, бомбы, я не знаю, как их... Сейчас я... Ой-ой-ой! Что за прикол? А что какая? Что какая жесть? И у меня граната! Так, вот эту вот штуку надо жестко от себя куда-нибудь подальше. Разбирайся там. Все, все готово. Причем здесь красный несколько паука уровней появилось. Потом смотри, иди нафиг отсюда. Так, давайте. В том смысле уровни сложности. Давайте, отлично, черти. Завалили. Ого, Юль, какая фиговина там сверху. Смотри, какая балда. Сейчас, погоди, у меня тут мелочь какая-то кусатая. О, меч нашел. Идеально. А бери, может, вот эту пушку, нет? Ого, прокачка появилась. Оружие, больше зарядов, карт. Выбор карт становится больше. Да, конечно... Давай вот это. Мы пожертвуем, странно, так сказать. Выбор карт больше, и мы просто их все не увидим. Ой, 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 ой. Ого, а пушек-то как-то добавляли. Ой! Минус меня. Че, реально? Да. Юль, я даже не знаю. Тут надо быть человеком-пуком, чтобы пройти. Мина разблокирована. Хоть пушку-то одну дайте мне. Вон, джетпак или что это? Ого. Простите, но я не была готова к такому. Ты что-то дуло какое-то сильное. Так, ладно. Так, а как это? Да блин, почему ты как я отдачи ты? Неадекватно. Надо было сидеть в карте в той. Бери, Юль. Да блин, я пыталась. Все, закололи. А че мы так? Зря мы сюда отправились. Да, я и говорю, надо было сидеть там, где сидел. Так. Еще надо привыкать к управлению. Так, пошли нафиг. Так, минус. Так, я боюсь. Бахнет оно, не бахнет, бахнет, не бахнет. Бахнуло, да. Бахнуло. Так, я сюда, значит. Они, видишь, спускаются, если долго на них стоять. А как уж ты вот как-то к оружию присоединялась? Жмешь курок, точнее этот бампер. Все, я понял. Периодически. Но оно именно на определенном расстоянии только работает. Ой. То есть, если ты очень далеко, то не получится ничего. Да что ты, прикалываешься, что ли? Ой. Минус Юля. Ну, это, конечно, не очень хорошо. Миш, ну я верю в тебя. У тебя, смотри, какой меч. Я бы вот в себя не верил. Да, пока он длинный. Это, возможно, ты аккуратней. Надолго. Ты вот против вот этих хорошо его используй. Там арбалет, конечно. Миш, ты нафига его выкинул? У меня штука получше. Сейчас, погоди. Все эти штуки я боюсь, плохо честно работают. Ну-ка, проверю. Ой! Я не знаю, что за чупачок. Че он загорелся-то? Дайте мне. Ну, короче, что-нибудь. Короче. Блин, ё-моё. Надо пониже. Ой, ё-моё. Так, мне страшно. Уйди нафиг. Уйди отсюда. Уйди. Запускай в него. Блин, сейчас. И снизу. Вот, отлично, молодец. Не страшно, если честно. Ой, тут гранат лежит. Или что это там сверху горит? Да. Жесть, ну что, угораете, что ли, давно? Да не, ты угораешь. Такс. Тут еще, конечно, битва с самим собой происходит. Так я и говорю, управление еще привыкли. Во, вот таким вот я это сейчас другое дело. Зафигачу. Так. Тут еще отдача, конечно, такая жесткая прям. Фу, боже, это очень сложно было. Юль, сейчас, наверное, появишься. Так, ребят, пока у нас Юля появляется. Спасибо большое нашим спонсорам. Тот самый Сон, временный бухгалтер и Ромочка Ромашка. Ромочка Ромашка. Спасибо большое вам за поддержку, ребята. Ну и если хотите игрушку, знаете, поддержите лайкосиком, будем знать. А так, приятно зайти сюда, вспомнить и посмотреть обновление. Так, а можно ведь... Оба! А, все нормально. Ого, тихо, тихо, как тихо. Как эта хрень стреляет? Тихо, взрыв. Боже. Блин, я себя теряю вечно. Тут какие-то враги новые. Ой, Гренка! Ты я жив? Я выжил, да, после взрыва, если честно, не слабого.
Дайте вот этот молоток, я хоть узнаю, что он тут делает. Так, успею. Ого! Сейчас заряжу. Класс, он, кстати, это... Ну как... что, давай, сопля, иди сюда. Боишься? Как попасть? Ой. Все, что-то там сдохло. Так, ты по мне только не надо там. Я жива, нормально. Ты, надеюсь, тоже. Я жив пока что, да. Все. О, плюс одна жизнь. О, Миш, видал, четко попадает? Дружба с осой дает щит. Прыжки сильнее. На последней жизни дает щит, то есть. Блин, а это выбирать карту, да, еще? Давай. Да, муравейник, мне да. Мне просто уже надоело. Все. Так, ладно. Где кто-то? Я Sailor Moon. Хорошо. Ого, у меня двусторонние палочки. Смотри, что он делает. Это что, вот это шары твои? Ну, один шар мой, да, вот этот я его сейчас выпустил. Блин, ну это жесть, конечно. Мне с ним придется бодаться в каком-то смысле. А, вон этот. Так, сейчас мне нужно найти оружие. Я от Юли подальше буду держаться, если честно. Оружие. Так, вот это что за... Ой-ой-ой. Тихо-тихо, нет! Я вообще вот тебе повезло, что не шевельнул лишний раз. Ты убил его? Да. Видал, какая у меня пух крутая. Так. А это что? О, это Гренка. Юль там сейчас бахнет что-то. А, это всосалка какая-то. Ё-моё. Жесть! Что-то тут много добавляли. Так, арбалет какой-то. Так. О, все в порядке. Фу. Арбалет у меня теперь есть. Пяу. Фига он как мечами стреляет. Это ты со своими шарами? Блин, нет, это не мои шары. Уже не мои. Что-то какие-то светлячки. А какая у нас дружелюбная осада, кстати? Это не наша. Ай, Миш, ну за что? Простите, пожалуйста. Не за что. Просто беги. Блин, тормози, тормози. Но мы выжили, да? Да, теперь ты только одна. Че, серьезно? Давай, да. Ой! Хорош, отойди. И к нему. Я замешкалась. Отойди. Да ты знаешь, это была видна моя реакция. Настоящая такая, типа... Не знаю, что делал. Все, завалил. Так, пойду за приказом. Так, вот она, походу. А, нет. Сейчас я затыкаю. Все, завалил. Вот она, вот, вот. Все, синенькая. Антигравитация... Хранилище. Скорость. Максимальное число жизни больше. Мертвая зона. Блин, карта страшная. Давай лучше вот больше жизни. Классно. Мне чем-то что-то напоминает вот этим всем, то, что прокачка есть. Так, слушай, это не то ли стрёмное оружие? Ну, давай там аккуратнее. Так. Аккуратно, там гранат в одном месте. Ого, блин, это что я за не что знаю, за телепорт... куда мне деться уже. Так, а это что-то? Это супер Грена, что ли? О, туда лучше не ходи. Тихо ты. О, просто. Так. Так, все сдохли? Да. Я от Юли подальше держусь опять же. Да блин, а почему? Ой, не те места. Так, бегаю. О, блин, как я вы... А, это враг. Так, все, палочка. Палочка. Ну, что ты, иди сюда. Что? Стоишь, блин, и смотришь? Блин, чуть ткнул Юлю. Блин, да... Так, минус, все. А, это телепорт, это не убийство. Вот эти синие штуки, это телепорт. Да? Да. Видишь, они телепортируются. Давай. Блин, тихо. Ну, я-то не могу тебя убить. Я сдох сам. Снизу и сверху у тебя. Вот этого надо. Блин. А чё они? Тихо, он мечами как будет стрелять. Юль, уходи! Блин. Да я пыталась пушку ты взять. Ты второй раз на него. Он взрывается. Да у нас одна жизнь осталась. Мой криптонит, так скажем. Блин, иди нафиг. Тихо, ты жив. Ой! Я нафига пушку выкинула. Что-то там развалил я. Все, отлично. Берем меч. Блин, где я? А, я жив. Это не меч. Жесть какая-то. Ты порой следи, что происходит. Чьи-то лапки как будто. Так, щит сбил, убил. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Отдайте оружие какое-нибудь, а. Ну давай же, ну. Блин, Грен летает. Что происходит? Ты жива? Да. Что ты... Так, все. Вон один остался. Сейчас вот возьму. Этот противник. Где он там? Он вот теперь снизу.
Фу, плюс одна жизнь. Это хорошо. У нас осталось две. Страховка. Ну, в принципе. Давай, мы эту не пробовали карту. Вот эту, да? Да. Я тут еще по картам дочитал. Смотреть. Ну да, карт много накидали. Ой-ой-ой! А как нас так одновременно? Да, вот так. Так, где я? Стерщит у нас есть хотя бы. Во. Да! Так, у нас оса это до нашей или что? Он сейчас как рванет только. Блин, мне страшно, если честно. А, снизу еще и... А-а-а! Мой щит сбили. Видишь? Так, это что? Хороший. Я даже не буду шевелиться. Тихо-тихо-тихо, да. Блин, ну ты разберешься, да? Я не буду, я боюсь. Сейчас он бахнет, и тут бахнет, и меня убило. Я жив, но... Это был щит, наверное. Щит, да. Так, вот, кстати, не... Ай, блин. Ты его перезарядил на него, кстати, всё. Отлично. Так. Я один... А, все, ты появился, да? Да. Супер. Блин. Так. Блин, да дайте мне... Что-то серьёзное. Что такое? Надеюсь, там решился. Ой, господи. Надеюсь, мне страшно. Порой творится. Фу. Вовремя я среагировала. О, вот это у меня штык-нож. Вау. Ага, не стреляй, все, отлично. Из засады будет. Так. Минус. Так. Вот с этой штукой надо разобраться. Так, все, сейчас тоже помогу. Помрет она? Все, отлично. Yes. Плюс одна жизнь. Как... Ой, смотри, у меня щит реально появился. Бомбастер. Так, нафиг, отражающий, нафиг. Слепота, меньше бояться. Оружие, оружие притягивается лучше. Ну, та же самая карта. Ну, я не знаю. Можно было и остаться в ней по факту. Так, где... Ой, ой, как от вас... И нафига... Стоп, я ничего не поняла. Я прыгнул на этот набалдажник, и он меня убил. А потом тебя просто зашинковали. Вот и все. Говорится, нафига... Согласен, моя ошибка. Блин, патрон кончился. Так, иди сюда, чертила. Так, все, я ухожу на всякий Миша, случай. Миша, да. Миша, идите отсюда, пап... идите отсюда, твари. Так, сейчас мне нужна срочно. Шарахни! Подушка. Блин. Так, зажал снизу другой. Зажим. Блин, меня тоже яйца зажали. Паучьими. Да. Так, все, я не пойду. Кину. Что происходит? Блин, ну как так-то? Yes. Так, я отхожу от тебя подальше. Спайдер-хек, это вам не просто ого, так. Ого, как я чувака протаранил. Ой, боже, что-то творится. Миш, будь аккуратен, пожалуйста. Убила? Да. Блин, ну, прости, пожалуйста. Остались от Юлика рожки до ножки. Вот здесь оружие. Да, убери. Только я боюсь, красный луч какой-то. Нормально, не бойся. Блин, ничего не осталось. Отвали, отвали, отвали. Ну вот тут оружка-то. Да блин, сейчас присосу. Да бери ты уже. Фу, блин. Так, где я? Сейчас ага. Не должна появиться. Блин, страшно. Так, ты живая там? Да. Попал. И обратно притянул, прикинь. Разберешься? Ну, ты, конечно, там... Выжили как-то. Так, хорошо, ладно, я держусь дальше. Так. Блин, блин! Сюда. Блин. Так, я вас не боюсь. Фу, уничтожил. Это что такое было? Так. Вот против вот этой. Попал, щит сбил. Так. Блин, я по пульке кончились. Блин, страшно там. Люди что-то творит, жесть. Все. Меня убили. Только что, Миш, нет. Они вот когда заряжают, вот это они стреляют. Да я пытаюсь. А, огнестрел реально против них надо использовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут вот куча оружия внизу. Угу. Иди нафиг. Хорош, Миша, хорош по тактике. Что происходит? Что я просто... Фига, видали? Вот это я мастер. А-а-а. Ничего не делает. Оружие притягивается лучше. Но карта типа, лазерные буря в портале. Враги появляются медленнее. Да фиг знает. Давай лучше притягиваться оружием, мне а кажется. А почему? Ну, очень удобные функции, между прочим. Да. Блин, щит только-то брали, ну ладно. Блин, они теперь считаем, прикинь.
Ау, 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 всё. Меня убили. Блин, эта карта была, ё-моё. Да-да. Я не заметил, сорян. Я уже какой раз ошибки. Аккуратнее. Блин, где? Почти, забодал. А у них просто щиты на самом деле. Да-да-да. Теперь у нас щиты. Страшно. Нет, здесь какой-то трэш. Я вообще не шевелюсь специально, чтобы тут это... Так, они еще и оружие как будто подбирают. Я живой вообще? Что так, происходит? Тихо. Блин, меня щит сбило. Ребят, я боюсь даже двигаться просто. Блин. Так, я в портал упала, так, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Меня убило, да. Миш. Выстрелом. Блин. Рвануло знатно. Ну что? Так вот заканчивается порой. Пауков. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.